Во всех поликлиниках Якутска появятся кабинеты фтизиопедиатров. С 23 мая педиатрические отделения поликлиник будут оснащены специальными кабинетами для приема детей, находящихся в группе риска. Они будут работать по графику, который установят медицинские учреждения. В Министерстве здравоохранения Якутии сообщили, что к решению открыть такие кабинеты пришли, исходя из пожеланий жителей столицы. В этих кабинетах будет организован прием детей из групп риска по туберкулезу. Больные туберкулезом дети не будут приходить на прием в эти кабинеты. Больные дети будут приходить именно на прием в детский противотуберкулезный диспансер.